Ребята, всем привет, с вами Александр, нет, не легенды, и нет, не мир, а Dino Hunter Deadly Shores. У нас сафари на динозавров, и, пожалуй, наверное, стоит начать с битвы за трофеями. Так, цель Hound, это у нас какой-то мутабурозавр. Что-то явно ему родственное. Так. Такое обоняние хаунда помогает ему избегать опасности, когда он поднимает свою безобразную голову и принюхивается. Нажмите, чтобы продолжить. Ну, сделай, помните, какого-то зверя-мутанта, а это всего лишь обычный там игуанодонтин какой-то. Так, вот наш мутабурозавр, чтобы он еще из этих своих носовых пазух какой-то кислотой плевался, было бы вообще. Черт, их два надо. Так, это босс, а подожди, он будет меня что, убивать? Нет? Я думал, если босс, то полюбасы будут бежать на меня. А оказывается, нет, он просто хотел убежать, но их было двое. Я что-то не перепомню, что у нас были такие двойные боссы. Так, и мы открыли фрагмент новой части. И, конечно же, реклама. Так, ну у нас босс номер два. Это массивные наплечники Полдрена. Это какие-то имена древних рыцарей. Не только защищают его от нападений, но также служат и огромными лезвиями, пронизывающими плоть. Да, это у нас какой-то кентрозавр. Ну или как у нас здесь называется. Ближайший его родственник. Полдрен. Так, у тебя тоже будет два? Нет, он всего лишь один. Ну и, в принципе, без каких-либо проблем мы его... Их таки два! Блин, накладочка получилась, что-то не ожидал, что второй пойдет чуть ли не из-за спины. Ладно, давайте заново. Так, я, в принципе, хоть так, как бы... Не успеваю их вроде как отстрелить. О, ребята, за это можно поставить лайк. Это было жестко. Уложил их прямо на одной линии. Черт, подеру, у меня аккумулятор садится. Фух, меня аж бросило в пот. Следующий босс у нас Гатор. Фу, не, я думаю, к нему мы пойдем в следующий раз. Слишком много адреналина за один раз. Пойдем, давайте отстреляем летающих гаденышей. 7 диморфодонов. Черт, их плохо видно. Ну, без прицела тут вообще не вариант. Ну тут нужно их добивать, потому что вы же знаете, они будут атаковать. О, это уже все, отлично. Так, надеюсь, у меня видео не вылетит, и я смогу отстрелять. Так, пситокозавры, 4 штуки. Ну, видео будет у нас коротенькое, но прикольно, пситокозавр мне нравится. Так, ну вот там один ходит. А вот здесь остальные.
Так, не, ну они тут просто взяли и разбежались. Ну, ёлки-палки, нифига, что не видно. Позиция была, мягко говоря, неудачная. Надо было сместиться. Может, это помогло бы. А может и нет. Да, можно заново начать. Смотрите, здесь такая руина. Туннель. А я не понимаю, почему не заканчивается уровень? Нифига себе, мы тут можем побродить, ребята. Долго они убегали, долго. Да нет, спасибо, мы тут вообще еще ничего не настреляли. Так, нажал заново. Так, ну вот. Но опять же, я вижу только... А, вот всех вижу. Ха-ха-ха-ха! Никто не уйдет от меня. Ну я что-то не помню таких пситокозавров рогатых. Это не те, что жили сейчас в Антарктиде. По-моему, это они, да, те мелкие, что был еще документальный фильм, где они там грелись как пингвины в куче, когда заморозки были. Так, Метери, это у нас слоники. Ну, точнее, не слоники, а, наверное, ближе к топирам что-то. У нас такие же в арке есть похожие. Блин, какой-то... А чё я так не могу пробить? Они что, бронированные какие-то? Блин, ребятки, надо заканчивать, а то, как видите, аккумулятор уже 10% сел. Ладно, не получилось у нас тут настрелять. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!